Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп-подделка». Сегодня мы расскажем вам об оригинальной упаковке семян лука на пирог «Вулкан» компании «Китана Сидс». Передо мной оригинальная упаковка с семенами лука на пирог «Вулкан». Упаковка плотная, защищает семена от повреждений. Да, на упаковке размещена следующая информация. Логотип компании Китана Сидс, название на латынском языке, на русском. Название культуры, гибрид или сорт, упакованных в данную упаковку. Производитель Япония. Количество семян в упаковке 100 грамм. Номер партии надан. Обработаны или не обработаны семена, в данном случае обработаны тирамом, дата упаковки и дата, до которого необходимо использовать эти семена. И на обороте мы видим информацию об использовании упаковки, семян, мерах предосторожности на английском языке. Сейчас я открою упаковку, и мы посмотрим с вами на семена лука на перо «Вулкан». Перед нами семена лука на перу «Вулкан». Семена не окрашены, но обработаны тирамом. Тирам – это бесцветный порошок, который имеет слабый запах. Купить семена овощей и цветов вы можете в нашем интернет-магазине «Супермаркет Семян». Спасибо за внимание!